Ежегодно 8 июля в России отмечают один из самых красивых праздников – День семьи, любви и верности. Этот праздник, несмотря на свою молодость, уже стал популярным и всеми любимым. В этот день в зале администрации глава района Заур Хамирзов совместно с представителями КЦСОН по Кашихабльскому району чествовали семьи, ставшие ярким примером для тех, кто только вступает в семейную жизнь. Вот вы своим личным примером показываете молодежи, как нужно жить. Вот эта награда вручается людям, которые прожили в браке 25 и больше лет. Как известно, семья – это ячейка общества. Вот какой пример показываешь подрастающему поколению, точно такие же они вырастут. Поэтому я хотел бы вас всех сегодня поздравить с этой заслуженной наградой. Очень красивая медаль. Всем добра, счастья. Берегите себя, свои семьи, детей. Пусть эта пандемия никого из вас не коснется никогда. За сохранение семейных ценностей, достойное воспитание детей и в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности глава района Заур Хамирзов вручил грамоты, медали, цветы и подарки следующим семьям. Терентьевы Николай и Татьяна, прожившие вместе 43 года. Семеновы Александр и Наталья, 40 лет совместной жизни. Шугушевы Махмуд и Жанна, пример для подражания многих аульчан. Абрамовский Аркадий и Галина, 39 лет вместе. Хачимизовы Нальби и Нина, вместе в любви и согласии 59 лет. Цветы специально подобрали, потому что символ сегодняшнего праздника – это ромашки. Хочу пожелать каждой семье, каждой вашей семье крепкого-крепкого здоровья, чтобы ваша семья процветала, удачи вашим семьям, процветания вашим семьям, достатка, крепкого-крепкого вам здоровья. Мы в свою очередь присоединяемся к поздравлениям. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабльского района.